Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обговорим такой очень важный и интересный вопрос, как обжаловать решение суда о назначении экспертизы, если эта экспертиза вас не устраивает. И мы прекрасно понимаем, что зачастую очень много элементов затрагивается при том или ином взаимодействии с судом, когда назначается экспертиза, и сторона не получает возможности реализовать свои права при назначении экспертизы. Это тоже конкретный случай, конкретная жизненная ситуация, когда была назначена фактически экспертиза, и при назначении этой экспертизы, конечно же, не были учтены интересы одной из сторон. То есть вообще сторона не знала, ей не дали возможность поставить вопросы и так далее. То есть вы должны понимать, если назначается экспертиза, а тем более, если это повторная или дополнительная экспертиза, то должны быть указаны в определении суда основания для ее назначения. Той стороне, которая является стороной по делу, должны быть предоставлены все возможности для того, чтобы соответствующим образом это экспертное исследование было в нужном русле, и сторона имела возможность задать вопросы эксперту, который ее интересует, и, конечно же, знакомиться с постановлением о назначении экспертизы, и знать о ее результатах, и видеть постановление о назначении, то есть участвовать во всех элементах при назначении судебной экспертизы. А этого зачастую не делается. И вот если вас эта экспертиза не устраивает, все это необходимо фиксировать соответствующим образом, дорогие друзья. Вот на это обращайте внимание. Конечно, если у вас такие вопросы возникают, обращайтесь, всегда с удовольствием поможем. И, конечно, дорогие друзья, если необходима помощь в составлении исковых заявлений, апелляций, кассаций, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Счастливо!